Kuzunem kacefandy besteza kundata gurgane kustefadz dachanta EU, etogum politikun archaid maxam parlamentun ahaste terazinkanen. Na parlamentan zagani sasoko tajistestunga entesteta. Zerden atsime radun xam parlamentun kamisrabatu agderse duarasi federasi federalun savedime. Kutfende maiva kamisu anktes kundu etter kamisar archaidan yane sanu EU. Rahma xasin xanadu evak problemun farsete mesafedel kusen. Parlamente profilun kamitete serdar kutste eager na isan kurden kutpanesan kutau magaska. Kamisi festagrabat rastajder rahma xasterset na adam Республиканы тевал до тахсинаце форсете эвзаренс ведун. В рамках этого заседания мы выносим те вопросы, насущные проблемы, которые большей частью касаются Республики Южной Осетии, нашего государства, нашего народа. И, как всегда, у нас повестка была очень насыщенная. Результаты подводить по каким-то вопросам преждевременно, но скажу, что у нас одним из самых серьезных вопросов, которые мы ставили, это была поддержка неправительственных организаций Республики Южная Осетия со стороны Российской Федерации. Мы надеемся, что через Совет Федерации наши неправительственные организации смогут взаимодействовать с общественными организациями, фондами Российской Федерации. Также мы надеемся, что как-нибудь мы сможем решить вопрос того, чтобы общественные организации Республики Южная Осетия могли получать гранты в Российской Федерации. Это будет касаться и грантов президента Российской Федерации, и, возможно, найдем какие-то другие формы еще взаимодействия и другие методы какие-нибудь поищем и поработаем над этим. В рамках нашего заседания мы, как всегда, обсуждали вопросы, которые касаются гражданства Российской Федерации. Мы из года в год ставим эту проблему, потому что часть населения Республики Южная Осетия до сих пор не имеет гражданства Российской Федерации. Вроде бы как бы нам сказали, что на выходе сейчас в Российской Федерации, практически на выходе в Российской Федерации, два документа. Нам пообещали, что два соглашения практически на выход есть. Это соглашение о двойном гражданстве между Республикой Южная Осетия и Российской Федерацией. Практически над этим работа идет. Она близится, скорее всего. Будем надеяться, что этот вопрос решится положительно. И, конечно, в упрощенном получении гражданами Республики Южная Осетия гражданства Российской Федерации. Над этими проектами как бы Российской Федерации усиленно ведется работа, и мы надеемся, что в скором времени эти документы будут там приняты. Помимо этого, мы обсуждали вопросы, которые касаются, как всегда, это пенсионного обеспечения. Это тоже очень важный вопрос. Мы ставим этот вопрос уже второй год, над ним ведется работа. Если мы какой-то там механизм найдем решение этой проблемы, для нас это тоже будет существенно. Не преувеличивая и не преуменьшая там значимость, хочу сказать, что выводы как бы заседания могу сказать точно, что плодотворно мы всегда работаем, и могу даже похвалиться, что это очень нужная для нас форма взаимодействия с нашими. С нашими коллегами. Возвращаясь к заседанию, конечно, мы обсуждаем еще и вопросы, которые касаются непосредственно работы аппаратов наших парламентов. Мы знаем, что у них большой опыт в Совете Федерации, аппарат Совета Федерации достаточно работает, там достаточно грамотные специалисты, и наш аппарат парламента как бы стажируется, проходят из года в год стажировки. Сейчас была договоренность такая, что в этом году уже сотрудники аппарата Совета Федерации уже придут в Республику Южная Осетия. Я думаю, что это на неделю. И тут на месте уже с нашими... Это уже новшество. Да, с нашими коллегами такая договоренность, если это будет либо второе полугодие этого года. И тогда мы сейчас уточняем по тем направлениям, которые нам особенно нужны. И такие специалисты Совета Федерации, аппарата Совета Федерации к нам придут и взаимодействуют с нашими коллегами. Это будет очень важно для
парламентской деятельности нашей республики. Цегодков козы парламенту на ассоциацию радун политикун фезуат сран активу хаят фейсинц на парламентарите. Раджаца конференции десем работ мадар хундерцы десы на парламенте делегации гасите пютеры сарлавдей. Куцте игры информации бендурил конференции бун фаткал лавид на республикаян актуалун цифарсы тесты уведун. Парламент республики Южная Осетия представлен Северокавказской парламентской ассоциации в качестве ассоциированного члена. Мы выносим вопросы, мы ставим вопросы. Ну, как бы в участии в голосовании, конечно, мы не принимаем. На сей раз заседание проходило в Ставропольском крае и было приурочено к 25-летию Ставропольской думы, думы Ставропольского края. Важно для нас участие в плане того, что это тесное общение с нашими соседями, с нашими региональными парламентами. Мы знакомимся с опытом работы и пытаемся решать и наши вопросы тоже, которые касаются Республики Южная Осетия. Напомню, что мы в свое время обращались через, именно через Северокавказскую парламентскую ассоциацию. Мы обратились к президенту Российской Федерации Путину о том, чтобы Российская Федерация и Южная Осетия подписали соглашение о двойном гражданстве. Это очень важный вопрос, и мы нашли полное понимание тогда коллег со всех парламентов, и в таком формате решили действовать по парламентской линии. Важно для нас то, что при общении с нашими северокавказскими коллегами мы всегда находим и поддержку, и понимание, и укрепляем наши парламентские связи. Помимо этого, мы всегда приглашаем наших северокавказских региональных парламентских делегаций, мы приглашаем всегда и на выборы, которые проходят в Республике Южная Осетия. В скором времени у нас очередные выборы в парламент, и мы направим, конечно, в первую очередь северостийским нашим коллегам и другим парламентским делегациям, чтобы они приняли участие и в качестве наблюдателей тоже. Общение по парламентской линии – это всегда важно. Это касается вопросов, есть, которые касаются и на севере, и на юге Осетии, во-первых. Одни одинаковые проблемы. Наши граждане, огромное количество наших граждан живет в Северной Осетии, и у них есть какие-то проблемы. Мы совместно с нашими коллегами пытаемся вот по парламентской линии находить какие-то важные рычаги вот, взаимодействия. Какие-то рычаги парламентские ищем, то бишь это законодательно что-то там подрегулировать. И пытаемся вот в таком ключе взаимодействовать с нашими коллегами. Садец паразарацит сумиха гадамил геноцид кусар эстэвд вэдэй. Энус сэртэх изгэдэрнэнэн нэмэк адам сазэрдэтэ цэрэст хэссэн цвэй. Ию милуан эмэрдэг эна хусуды байсты турка хитсаады амэддаг. Ацэбунды кина концэрдун зал чэрмэн у агдэрсэд мэсэн изэр. Вэрдэм хондэрсэд эсты на республикэ цэрэк сумихэк тэ хитсаады мэ парламенту мэк тэгасэдэ пютэр сарлавдэй эхсэнады мина вэрдэ. Рэмэсэд эсты ацэ историун цау. Кэй цагдэвд сумихэк тэ сэн наци мэ дин вэрнэн ада хусагэн. Сумихэк тэ энус дэргэ тух кэнэн сэ геноцид банэмэнэл. Тин бастеевал банамату геноцид и масаркуту и турке адсе менгард архайден. Геноцид не мадерсе дуние черестун те арханте савитердегейдер. Это преступление, страшное преступление, которое не имеет и не может иметь сроков давности. Я абсолютно уверен, что рано или поздно, скорее рано, все цивилизованные страны, или по крайней мере те, кто считают себя цивилизованными, признают геноцид армян. По-другому просто быть не может. Мы, осетины, очень хорошо, может быть, другие народы хорошо понимают, что такое геноцид, но я считаю все-таки, что только те народы, которые испытали на себе этот ужас, могут прокнуться полностью сочувствием и понять, что это такое. Мы испытали на себе этот ужас, мы понимаем, что это такое, и мы вам искренне сочувствуем. У меня очень много друзей армян, очень много близких друзей армян. Сейчас это с небольшим неудовольствием говорю, потому что я никогда не задумывался, армянин или кто-то еще. Тем не менее, это так. И один из них мне рассказал, что в те ужасные годы, 104 года назад, его дед ему рассказывал, и прадед, сейчас не помню, они бежали в ужасе от преследований, и кто-то повстречался им, они
спрашивали, где им укрыться, спрятаться, им сказали, что вот есть там такие осетины, вы идите к ним, они никогда никого не выдадут, не выдают и вас не выдадут. Я очень горжусь, что это были именно осетины. И потомки этих армян, которые бежали от ужаса из Османской империи тогда, они сейчас тоже здесь проживают. И я хочу сказать вам огромное спасибо, мои сограждане армянской национальности, огромное спасибо за тот огромный вклад, который вы вносили и внесли в развитие Южной Осетии. Спасибо вам большое. Իրոն օդամ ամասում իհակ տանուստ դարգը ծարդստը խալոր այմ է դարդարդար գայուծը խալոր զինատ բողոգանըն։ Իրոն օդամ խորզն բորըն ծզն զինատը սարդը բողոցում իհակ ադամը ռոխիզն։ Սամայ բողոգ Սումիխակտան սա խաստը Թուրքիմը աբուն ու ունգդարստը ընդղ դացը վիրգավ ծավախուսագան։ Վալտարը վալտարտամ խիզը իյուր դգայդար ամա իննատր դգայդար։ Կարունը նրծավ զանույատ կադմը ախուշնի ազմել բոսատտա, ամե ավխատ բոյովակտա նկկածակ